Пешеходный мост в поселке Элеваторная гора нуждается в ремонте. На этот раз причиной является не изношенность сооружения, а вандализм челнинцев. Так считает местный житель Раис Сатаров, который не раз становился свидетелем кражи резинового покрытия. Но поймать хулиганов пока не удавалось. Сельчане установили видеокамеру, съемки которой показали, что некоторые вандалы не только крадут резиновые плиты, но и сбрасывают их с моста вниз ради развлечения. Каждый год в конце лета начинает обдирать подстилку на мостах. А скоро зима, гололед. Как дети будут, старики, старушки будут ходить отсюда. В прошлом году мы установили видеокамеру. Это помогло. Но в этом году опять начался этот процесс. Опять вырывает подстилку. В прошлом году специалисты предприятия «Автодорог» уже заменили в некоторых местах резиновые плиты. Местные жители также спускаются вниз к берегу и собирают сброшенные с моста элементы покрытия. Но заниматься этим ежедневно нет возможности, поэтому жители поселка Элеваторная гора просят не портить мост.